ультразвуковой увлажнитель воздуха с UV-стерилизацией, сенсорным управлением, удобным дисплеем, баком для воды объемом целых 5 литров, поддержкой постоянной влажности, тремя режимами работы, удобным таймером. И, как вы поняли, все это можно прочесть в рекламе к увлажнителю воздуха под названием Derma F6-8S5LUF. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале PolzaNet, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры, долгие стримы. Сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, я буду делать обзор на один из великолепных увлажнителей от Derma. Разумеется, это какое-то там подразделение Xiaomi, Eco. Обзоров у меня на подобные штуки было море, но им уже больше года. И пора бы это дело обновить. Что стало лучше? В первую очередь, лучше и лояльнее за 2-3 года, которыми я пользуюсь этими штуковинами, стал ценник. То есть сейчас увлажнитель — это что-то из разряда, как бразок сходить в магазин за продуктами по-хорошему. Пластик легкий. Сам увлажнитель выглядит довольно стандартно. В магазинах их море, вы можете пойти посмотреть, пощупать. Если говорить по поводу того, насколько полезна эта штуковина, я вам скажу, у меня в каждой комнате стоит увлажнитель. Я еще раз повторяю, что про них я делал обзоры, и теперь в студии будет тоже увлажнитель. То есть вы заливаете сюда воду, сразу вам спойлер расскажу. После этого закручиваете, и после этого просто ставите, это дело все распыляется через распылитель здесь. Здесь есть фильтры, здесь вот эта ионизирующая штуковина, которая а-ля делает воду безопасной. Все это, разумеется, маркетинг, потому что, ну, серьезно, у нас бактерии летают по воздуху и в квартире, и всяких пылевых клещей, и всего чего хватает. Надеюсь, что вы не слабонервный. Кабель, к сожалению, несъемный. Прорезиненные ножки в наличии. По весу эта штуковина примерно 1,2 кг. Ну, вообще ощущение, что очень легкий пластик. Единственный вопрос, я думаю, у меня и у вас, как все это дело разбирается, чтобы промывать внутри. Потому что если не разбирается, то тогда нужно засыпать туда специальную штуковину, либо заливать. Есть разные растворы для того, чтобы здесь не образовывалось самое важное. Это сейчас без разницы, какой вы увлажнитель приобретете. Плесень. Ну, плесень, водоросли. Проще говоря, вот через эти штуки, если их не обслуживать, очень легко поиметь огромные проблемы со здоровьем. Документация здесь у нас на каком языке? Желтенькая, помните? Еще маленькие были увлажнители у Derma. У меня такой тоже стоял на работе в лицо. А на русском языке все описано максимально подробно. Максимально подробно описано, каким образом это все дело обслуживается в плане, как заливается вода, вот как разбирается, почему-то не указано. Но еще раз повторяю, что уже существуют средства, которые очищают внутри без необходимости разборки. Для чего эта штука нужна? Для того, чтобы вам легче дышалось дома. Почему? Потому что придет отопительный сезон, и воздух будет сухим. Если летом люди покупают осушители воздуха, я не шучу, то зимой они покупают вот такие штуки, особенно must-have, если у вас дети. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 мибендов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого я разыгрываю сейчас iPhone 14 и помимо iPhone 14 еще OnePlus Nord N20 SE. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же мой телеграм-канал с промокодами на Али. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме полетели. В продаже обнаружил только белую расцветку. Дизайн устройства привлекательный, выглядит увлажнитель воздуха минималистично. Выполнен он из матового пластика. Пластика тактильно приятного. Качество материалов на свою стоимость, как и сборка. Габариты небольшие, 187 на 200 на 295 мм. На корпусе расположили 4 сенсорные области для управления, такие как кнопка включения-выключения и смены режима, включение-выключение UF-лампы, кнопка таймера и кнопка включения-выключения умного поддержания уровня влажности. Далее есть дисплей, отображающий температуру, уровень влажности и режима работы. Бак для воды объемом целых 5 литров. Разумеется, он имеет прозрачную вставку для определения уровня воды в баке. Снять бак, как залить воду, не проблематично. Чистить внутренность бака вручную, к сожалению, невозможно, так как он неразборный. Но хорошо, что есть отсек для установки емкости с ароматическим и эфирным маслом, что, конечно, многим может быть полезным, так как ароматерапия улучшает состояние организма. Да и чистить есть возможность, в принципе, существуют такие средства, но об этом нужно думать. Наверху стандартно имеем отверстие, через которое выходит пар, а на дне мы имеем антискользящее покрытие. Далее, тип увлажнителя ультразвуковой. Номинальная мощность 25 Вт, а больше не надо. Derma
Терма имеет три режима, такие как минимальный, средний и максимальный уровень увлажнения. Автоматический режим самостоятельно поддерживает уровень влажности в комфортном диапазоне от 45 до 90%. Помним, что зимой это прям необходимо. Must have с включенными батареями. С автоматическим прекращением работы по достижению заданного уровня влажности. Ультрафиолетовая лампа для того, кто не в курсе, служит для обеззараживания и глубокой очистки воды. Таймер довольно удобный, можно настроить его работу, как вам удобно, но не более 12 часов. Объем увлажнения 300 мл в час. Также данный увлажнитель имеет функцию автовыключения при нехватке воды в баке. И это полезно, не сгорит. Летим дальше. Отмечу, что у данной модели есть две модели подешевле, которые слегка урезаны по функционалу, к примеру, либо нет дисплея, который по факту не нужен, либо еще какие-то мелочи. В модели, которая у меня на руках, меня радует таймер, так как это действительно удобно. По моим тестам, с помещением в 20-22 квадратных метра он справляется на ура, увлажняет, я бы сказал, прям хорошо, даже с включенной батареей. Работает тихо, я его ставил даже в спальной комнате. Кабель питания хоть и не съемный, но длины хватает лично мне. Я бы сказал, он с запасом. Расход воды, разумеется, в разных сценариях использования разный. Кому-то хватит и минимального режима увлажнения, при котором расход воды также будет минимальным. А кто-то требует больше влаги в помещении. Но скажу сразу, что постоянно бегать и заливать воду необходимости здесь нет. Все в пределах разумного, учитывая габариты устройства. Минусы: пластик быстро желтеет от ультрафиолетовой лампы. Вода при переноске увлажнителя иногда разбрызгивается, носим нормально. Также к минусам отнесу неразборный бак. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Резюмирую: Derma F628S5LUF. Показал себя за время моего тестирования хорошо. Вам посоветую рассмотреть также еще младшие модели данного увлажнения, хотя с другой стороны, вот этот, учитывая стоимость его на сейле, а по описанию можете посмотреть по ссылке, что там ничего космического нет, он прям норм, еще и доставка из России. Эта модель меня порадовала, так как за относительно небольшой прайс мы имеем отличный увлажнитель с удобными функциями. Возможно, у вас есть опыт использования других увлажнителей в данной ценовой категории, напишите об этом в комментах, мне будет очень интересно. Всем, кто оставил любой комментарий, огромное спасибо, вы поддерживаете канал. Помимо этого, не напоминаю, что увлажнителей на канале было уже море, но из эконом-класса их было мало. Девайсу от меня да, добра и удачи вам, дорогие друзья!